Наше приготовление к маршруту. Маршрут Мацегет-Даргок, кибуц Эльмок. Мы сейчас в кибуц Эльмок. Ставим одну машину, забираем велосипеды. Все, давайте, садитесь, поехали. Игорь, поехали. Мы Мацегет-Даргок, разгружаем велосипеды. В эту машину их влезло, не поверите, 7 штук. И выдвигаемся на 32 километра. В основном джиповка над Мертвым морем. Очень красивый маршрут. Будет все хорошо, я надеюсь. Организация была очень тяжелая и запутанная, но все было разработано четко. Пока начинается нормально. И начинается, пока все идет по плану. Господа, мы выдвинулись на трек. Скоро будем приближаться к панорамным площадкам. С видом на Мертвое море вам покажем. Есть подъемчики. Чувствуете, что мы немножко запыхали. Вот первый внушительный подъемчик. Ребятки еще бодрые, поэтому берут его сходу без проблем. Так это выглядит. Стройными рядами пока еще. Что не сделаешь ради интересного снимка. Называется постановочный кадр. Такие встречаются тоже не часто, но тем не менее. Все сейчас делают бодрые, уверенные лица, супербайкеры, которые как короли пустыни. Давайте посмотрим. Отстающий, замыкающий, скажем так, чтобы никого не обижать. Вот показалось Мертвое море. Вот, пожалуйста. Красота неимоверная. Будет еще лучше. Каждый занят своим делом. Старость не радость. Давай, давай, не скромничай. Ну, очень красиво. Мы очень любим эту пустыню. Ну и Неги, в общем, тоже. Есть что посмотреть в Израиле. Пересдых. Люха, ты отдохнул первым? Да. Ну ты стахановец, пилотиюль. Сейчас я. Где же мы были? Где же мы были, а? Только я чтобы к этому был готов. Понятно. В пустыне летом очень жарко, здесь практически невозможно находиться. Сейчас зима, середина января. В самый раз. Тепло, хорошо. Прекрасно.
Разбрелись по пустыне. Кто где? Приближаемся к видовой площадке. Сейчас покажем, что там творится внизу. Случилось то, что должно было случиться. Первый прокол. Так, а что близко где-нибудь? А? Близко? Да, там на Арбере. Нормально. Запаски у нас есть. У нас есть разнообразные способы напиться водичкой. Сфотографируйте это, как человек пьет. Ну чё, когда пить хочется, тоже вариант. Олег, а попросить? Всех вокруг соски эти, пляшки на раме. Ну так же прикольно, согласись. Я понимаю, да. Автопоилка. В движении? Да, конечно. Что только этим и занимаюсь. Я этим и занимаюсь. Что только этим и занимаюсь. Я вот его сейчас первый раз вытащил. То есть плюс 9 килограммами байкорн уже весь покорен. Сколько за корону, что столько? Потом мы нормально. Мы едем на самый красивый этот спид. Мы вернемся туда. На перегонки с джипами. Мы в ключевой точке нашего путешествия, этот спид, смотровая площадка, панорамная, на Мертвое море. Красота, не знаю, ли смогу передать это камерой, неописуемая, необычная, Мертвое море. Кто не знает, оно расположено на уровне 400 с лишним метров ниже уровня Мирового океана. И вот так это выглядит. Завидуете. У нас с этим Максимом был прикол. Мы поехали на трек. В четверг вечером мы проезжаем эту Максимку. Идем на трек на юге, на Сдоме. Делали там трек, все нормально. В субботу вечером возвращаемся. Максим на цикле. Это что, лишний велосипедик там, да? Нет, так вот трое. Все друг друга фотографируют. Что такое стояло? Да, наверное. Да, пожалуйста. Пожалуйста, сфотографируй тоже. Сфотографируй, пожалуйста. Вот это будет хорошо. Настоящие английские джентльмены. Я даже знаю, что я чай не пью. Так, это потом же все поставится, пока ты аппетитцы без нее, да? Да, да. Мишка, подвинься. Можешь сказать, полдвинься. Ну, они все новые, первый раз, да, сегодня? У меня второй. У меня первый. Четыре чайника. По будним дням. Кто-нибудь грамот пикает? Хочешь грамот пикает? В вагоне. Это дальнобойная энергия. Отщепни кусочек. Джипы и велосипедисты. Кто еще может путешествовать в пустыне? 2-4, но 4 мы получили как бы летом. А чего? 2. Я не из этого, я хочу сказать. А прикольно, что куда не придешь, а без света. Автоваз Буяна, где-то на седан. Мы
на велосипедах, кто на стенку лезет, кто там на этих, на вентилях. Скучно. Это на парусике, только я понял, что ты предлагается. Как тихо, что ли, работает? Да, ну да, ты сейчас там же сидит. Сейчас работает, вот это переход. Перекусили, получили море удовольствия и продолжаем наш путь. Тяжело осваивать подъемы после еды. Но нет другого выхода. Тяжелый подъемчик. Джипу легче, конечно. А вот и транспорт пустыни. Верблюды. Ну, кто тут еще может быть? Только велосипедисты, верблюдисты и джиписты. Сладкая троица. Немножко крутой спуск. В пустыне, оказывается, тоже есть речки. Наверите нахаль, кто не знает. Их тоже надо переходить вброд. И вот, кто как. Кто ножками, кто с разгоном. Ноги никому не хочется мочить. Но придется, видимо. Час дел мне все. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Из Иерусалима река течет в Мертвое море. Вот такие извилистые тут дорожки. Очень интересно.
Дело приближается к вечеру. Кеннерет сейчас освещен отлично. С той стороны видите Иорданию. Совсем рядышком. Мы путешествуем с одной стороны Мертвого моря. Западные иорданцы путешествуют с восточной стороны Мертвого моря. И нас, наверное, их не армия уже держит под прицелом. Лихаек! Лихаек, лихаек! К сожалению, у нас бензин уже кончился, поэтому идти мы вашим своим ходом на такой крутой подъем. Вот только таким образом. Это последний подъем, минут через 10 мы будем у цели. И все хорошо. Итак, мы это сделали. Устали в усмерть. Последний подъем нас доконал. Но не первый раз и не последний. Будет все в лучшем виде. И Вуцель мог. Счастливо! Едем на Володиной. А я привожу свою машину и уезжаю. Илюха, давай газ, чтобы на шаббат успели. А то мы все за тебя ответственны. Я просто беру проехал. Нам было весело, мы ехали один за другим, дистанция, наверное, 15. А у кого ничего не поесть, попить есть? Я тебе дам, поесть и попить, все будет хорошо. Давай. И пока он там и Итарген, вот он только сейчас выехал. А, да? А он говорит, что...